Сегодня мы представляем много нового интересного оборудования. Это электронные кассиры для банков и для ритейла, депозитные машины. А также нам бы хотелось уделить отдельное внимание нашей новой разработке — автоматический детектор Monyron DEC Multi. Это качественный детектор, качество которого подтверждено Российским Центральным Банком и Экспертно-криминалистическим центром Российской Федерации. Ну, собственно, тема моего выступления этому была и посвящена. Выступление было связано с обработкой банкнот в автоматическом режиме, то есть сейчас банки в основном используют просмотровые детекторы, а мы стремимся показать, что пришло время автоматической детекции банкнот с помощью вот таких вот автоматических детекторов. Мне показалось все интересным, это замечательное мероприятие, у вас замечательно организовано все. Огромное спасибо за поддержку и, собственно, за подаренную возможность общения с друзьями, коллегами и партнерами. Так держать!